Почему Россия равняется на Европу? Если равняемся, тогда давайте минимальную пенсию по 800 евро. Ну, давайте. И такую же и врачам-учителям. Ну, давайте тогда это самое. И что-нибудь другое сделаем. Давайте сделаем внутренний валовый продукт реальный. Идите работайте. Идите, производите реально Мерседесы, придумывайте айфоны. А делайте нормальную экономику. То есть, что еще Россия? Вы сами ничего не делаете, а только претензии предъявляете. Это вот это как... А где же вы нам обещали эти самые гражданские партнерства, а нас обманули? Я вам не обещал гражданские партнерства, я сказал, что это дает возможность для гражданских партнерств, если вы оторвете жопу. Если оторвете жопу, и у вас ВВП вырастет раз в 8, у вас и вот эти 800 евро будут. Но только вы тогда учтите, что вы тогда за квартиру 500 будете платить. А вы просто идите, посмотрите, сколько квартир в Париже стоит. А и посмотрите, сколько там средний доход квалифицированного человека с высшим образованием, не обладающего суперсвязями. А Франция довольно коррупционная в этом смысле страна. В месяц, и сколько он платит за квартиру, как он живет. Я, честно говоря... Я свое пожил в коммунальных квартирах, теперь вы живите, если хотите, как они, будете, вы и так живете. Где наши 800 евро? Это меня, конечно, абсолютно восхищает. Ваши 800 евро у вас в будущем, если вы научитесь действительно понимать, что именно только от вас зависит судьба России, и что вот эти 800 евро – это не вы. Вы – это часть этой страны огромной. 800 евро – это часть огромного национального дохода, который не может состоять только из углеводородов, который не может состоять только из сверхприбылей газовых компаний. Да? Он должен состоять из того, что миллионы людей будут созидать, будут придумывать, будут что-то делать. И это что-то будет действительно конкурентно на мировом рынке. Это вот вопрос, почему я так возмущен тем, что не зарегистрирована Всемирная организация здравоохранения именно ей, а не там Евросоюзом или Америкой, наша прекрасная вакцина «Спутник». Потому что это одно из немногих, что здесь сделано мозгом, и нашим мозгом русским, и русскими руками. А вы только сидите и прочитайте, где наши 800 евро. Вот вам они, 800 евро. Работай, иди. Как относитесь к ЛГБТ в загнивающей Европе? Хотите, чтобы в России было так же? Я не понимаю, что такое в Европе. В Европе это какая страна? Это Румыния, Польша, Эстония или Португалия с Испанией? Или Германия, или Франция? А Англия – это Европа, а Греция? А Италия – это Европа? Вы понимаете, что это везде по-разному. Я по-разному отношусь. Я не чувствую себя в России угнетенным, в отличие от мальчика из Эрнст энд Янг, который боится признаться в том, что он гей не только своей соседке по парте, но и также своим родителям. Я не боюсь, я всем вам в этом признался. Себя мучеником не считаю, как бы прекрасно, прекрасно, как вы видите, работаю, и вы все мне завидуете. И у меня есть 800 евро, потому что я работаю, и вы работаете, идите.